Мособлгаз является сегодня одним из признанных локомотивов развития Подмосковья, а малый и средний бизнес – главный драйвер регионального роста. Именно поэтому так важно создавать для него комфортные условия, ключевое из которых – быстрое технологическое подключение к газовым сетям. У нас ведется открытый реестр специально для представителей малого и среднего бизнеса, где каждый объект, каждая организация, каждое предприятие поставлено на отчет, на особый учет, и с ним ведется адресная работа. И наша задача провести и решить каждую конкретную проблему. Через такие семинары, а это уже восьмой по счету, прошло более 1000 подмосковных предприятий. Вслед за вводной частью следует то, ради чего, собственно, и устраивается все это мероприятие. Каждый участник имеет возможность лично пообщаться с представителями Мособлгаза и получить адресную помощь. И можно не сомневаться в том, что проблему здесь постараются решить в как можно более короткие сроки. Именно адресный персональный подход в этих очень чувствительных темах, он крайне важен. Почему? Потому что развитие инвестиционного потенциала региона, привлечение новых предприятий, привлечение и развитие экономики региона, конечно, является приоритетом в деятельности газовиков Подмосковья. Стоимость подключения, сроки подключения и, самое главное, возможность подключения. Вот наиболее распространенные вопросы, звучащие на семинаре. В области есть районы, где газовые сети работают с перегрузкой. Подключение новых абонентов здесь затруднено. В этих случаях Мособлгаз вступает в борьбу за интересы своих клиентов. Мы по этим темам работаем активно с «Газпромом», но поскольку у нас отбор газа постоянно растет, число абонентов прирастает, конечно, такие проблемы время от времени возникают. И это серьезным является ступором в деле привлечения инвестиций и строительства новых предприятий. В реестре субъектов малого и среднего бизнеса, который ведется в Мособлгазе, сегодня 1200 предприятий. За каждым закреплен персональный менеджер. Список этот, что называется, живой. По мере подключения абонентов он обновляется. Сначала я пришел в Горгаз города Можайска, где меня очень хорошо встретили, сделали расчет, объяснили, какие собрать документы. С собранными документами я обратился в Одинцово Межрайгаз, где также приехал, тут же подал документы, все приняли и вот получил тех условий. По итогам семинара адресную помощь и персонального менеджера получили более 100 подмосковных предпринимателей. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».